Ежегодные республиканские кольцевые гонки по преодолению бездорожья «Грязные игры 2024» состоялись в эти выходные возле села Пеньково. К старту своего железного коня готовит Андрей Стельмах. Он детально еще раз проверяет исправность автомобиля, количество топлива. Собрал машину сам и знает каждую деталь. Все, что есть, все переделано. И все усиленное. Все стоит спортивно. Грубо говоря, стандартная машина. И все абсолютно, каждый узел все усиливается, переделывается. Все заказывается в России. Запчасти, все бронировки, лебедки, мотор, все дорабатывается. Это все в России все делалось. На каждую категорию автомобилистам давался час. За это время автолюбители должны были сделать больше кругов. Среди любителей автоспорта Никита Беленков. Он любитель мотокросса и квадроблогер. Любовь к технике привил ему отец. Для 17-летнего парня это вторые гонки. Готовились по техническому обслуживанию, замена масла, подготавливали, допустим, некоторые даже как дополнение, резинки, огнетушитель, обслуживание, в принципе, все. «Грязные игры» проводят в области не первый раз. По словам организаторов, этот заезд в истории стал уже 10-м. Приняли участие в гонках 30 человек. Среди них автомобилисты нашего региона, городов Астаны и Кокшетау. Три категории. Первая – стандартная категория. Ездят они час без остановки. Кто за час преодолеет все участки препятствия, да, то есть тот и будет первым. Вот. Категория АТВ – это квадроциклы. Уже тоже следующим заездом будут участвовать. Также они ездят только 40 минут. И потом категория «Абсолютка», где уже по более подготовленные автомобили, они ездят тоже час. Поддерживали участников трофи-марафона болельщики. Адреналина не получили не меньше, чем сами гонщики. Переходящий кубок достался водителю Ельдосу Кадырову из Астаны. Помогал ему штурман Мурат Тулентаев. Камила Карим, Шерния Зиманов, МТРК.